Мендит Кюнтавермют. Здравствуйте, дорогие друзья, я Бат Шамидов, и вы смотрите мою передачу «Статус». Начнем с самых свежих новостей. 20 октября состоится 14-я республиканская научно-практическая конференция УДЕ «Идея века», посвященная 95-летнему юбилею академика Перви Эрдниева. Как сообщили в Министерстве образования и науки Республики Калмыкия, в числе участников 200 делегатов из районов республики, Элисты, педагоги Москвы и Краснодара. Ожидается, что на пленарном заседании пройдет церемония вручения медалей Перви Эрдниева и награждение почетными грамотами отраслевого министерства педагогических работников республики, внесших значительный вклад в развитие и внедрение технологий укрупнения дидактических единиц. Вы, наверное, не знаете, но мое образование, которое я получил в Москве, я по специальности математик-экономист. Поэтому, если бы я не стал телеведущим, певцом и продюсером, то, наверное, сейчас бы занимался научной деятельностью. Но вот не сложилось у меня с наукой, зато я могу о науке рассказывать в передаче «Статус». Поехали дальше. Наконец наступила осень. Я уверен, что многие из вас любят это время года, хотя вот лично мне по душе весна и... Извиняюсь. Алло, да, слушаю. Ага. Всем привет, меня зовут Космос. Приглашаю вас на студию звукозаписи «Статус Рекорд». Телефон 8-961-543-37-77. Всем пока. Да, мамуль, батя сказал, Дутур во вторник привезет. Кос, а ты что здесь делаешь? Совсем недавно я... Джунгар Немеев, Мингян Дадонов, мы вот втроем с ребятами ездили в Крым, мы принимали участие в съемках многосерийного фильма «Золотая Орда», который выйдет в 2017 осенью, обязательно посмотрите, мы там даже какие-то слова в фильме говорим. После этого поехали мы в Петербург, выступили на калмыцком землячестве, и, представляете, вот такая новость, я поступил в школу-студию теле- и радиоведущих, и вот уезжаю на ближайшие полгодика в Петербург, но передачи будут также регулярно выходить на телеканале «Хамдан». Пока были в Крыму, Джунгар снял небольшой видеоклип на кавер-песню «Кукушка» легендарного Виктора Цоя. Давайте посмотрим. Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю, в строю. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь! Солнце мое, взгляни на меня, моя
ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вчера в торжественной обстановке архиепископ Калмыцкий и Листинский Юсиниан передал в дар воспитанникам Русской национальной гимназии имени Радонежского копию чтимой иконы преподобного Сергия, оригинал которой хранится в Николаевском патриаршем соборе Нью-Йорка. Руководители выразили надежду, что образ преподобного Сергия будет напоминать гимназистам о великих людях России, трудами которых создавалась наша страна. Владыка же, в свою очередь, напомнил участникам встречи о неоценимом вкладе в культурное и духовное развитие государства, а также рассказал историю иконы. Я из Калмыкии, брат, я из Калмыкии, это не отнять. Надо нас учить и что-то натирать. Мы из Калмыкии, мы из Калмыкии. Своего калмыцкого брата. Мои знаю, мне и рады. В Москву летят горячие приветы бади-баду. Огромный ханчу нам всем вам, халуминде моим землякам. Знаю у каждого свои дела, знаю каждого в сердце республика. Я из Калмыкии, брат, я из Калмыкии, это не отнять. Не надо нас лечить и что-то натирать. Мы из Калмыкии, из Калмыкии. Я из Калмыкии, брат, я из Калмыкии, это не отнять. Не надо нас лечить и что-то натирать. Мы из Калмыкии, из Калмыкии. У каждого должны быть корни, мои чувства здесь колорит. Достоинство и честь, просторные степи, сказочная Элиста, Хурул, дружба, районы, парки и пагода. Повсюду течет жизнь, какие-то движения, здесь каждый может затереть при желании свое мнение. От наших красавиц кругом плывет голова, дочь калмыцких степей, город Элиста. Не надо чаиваться, если что, наши корни о том, кто мы и откуда, всегда помогут вспомнить. Мы вместе, мы вместе. Километр за километром, песня за песней, yeah. И все по сути просто, мы спокойные, простые, без пафоса, пустого лоска. Всегда рады гостям, плывем на своей волне. Салют, халмык, танче, всем огромный менде. Я из Калмыкии, брат, я из Калмыкии, это не отнять. Не надо нас лечить и что-то натирать. Мы из Калмыкии, из Калмыкии. Я из Калмыкии, брат, я из Калмыкии. В поселке Харбулук Целинного района отметили 160-летие со дня рождения известного калмыцкого путешественника и просветителя ламы Пурдаш Бакше, имя которого вошло в историю как учителя, члена Русского географического общества, одного из составителей калмыцко-русского словаря. Сохранилась легенда о том, что Пурдаш Бакше из своего первого путешествия привез семена тополя, сумев уберечь их в надрезе своего дорожного посоха. По возвращению домой он с молитвами посадил этот посох на самом высоком холме рядом с родником. Скоро появилось молодое тоненькое дерево, которое выстояло в суровых условиях калмыцкой степи и стало местом паломничества. Сегодня это один из символов нашей любимой Калмыкии. Переезд в Санкт-Петербург очень волнительный для меня. Уже сейчас я чувствую ностальгию по любимой родной Калмыкии, но мне посчастливилось, я еду вместе со своими двумя друзьями, с Джунгаром Немеевым и с Мингианом Додоновым. Минька вот сейчас рядышком, хочу небольшое интервью у него взять, Минде, только. Чего расскажи вообще, что с собой ты там сумку берешь, что там в Питер повезешь? Ну я возьму с собой альчики, нальчики, маханчики, дутурчики, пальчики, мергянчики, ну и так далее и тому подобное. Короче, пацан к переезду готов. Слушай, Минка, поговаривает, что ты вроде как женился, что там, я слышал такое, правда, неправда? Кто сказал, что я женился? Никто не женился, я свободный парень. Меня, я знаю, что 29 октября в Санкт-Петербурге, в Чайхане, в Южном кафе, снова пройдет очередное калмыцкое землячество. Я знаю, что там будешь выступать. Вот пару слов, пожалуйста, для людей, которые собираются на это мероприятие.
Метод кентайлюмет, халло менде, земляки. В прошлый раз было весело, и в этот раз будет очень-очень круто. Приходите. Ну а мы смотрим клип Мингяна Дадонова на песню Менде Юр. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот был очередной выпуск передачи «Статус». Немножечко грустно на душе, потому что полгода я буду жить вдали от родины. Я, конечно же, буду приезжать домой. Не скучайте, пожалуйста, пишите письма. Я буду продолжать выпускать передачи, рассказывать вам и о питерской жизни, о своих приключениях в Санкт-Петербурге. До новых встреч. С вами был Бат Чемидов. С вами был продюсерский центр «Статус». Мои коллеги, мои друзья. Встретимся в следующую субботу. Всем всем ребятам. Пока. Застилают глаза, усложняя все схемы. Но где бы я ни был, уверен всегда, меня ждет родной дом, меня ждет и места. Родные просторы, родные закаты. Когда еду домой, понимаю, так надо. Крыло самолета огибает мой город, голоса моих близких, и я уже дома. Скажем друг другу мы, hello, Менде. В глазах вижу я одни.
сказали калмычки. О, мудрая нация, но ленивая.